Милочка идет. Милочка. Так, Милочка. Серёжа, расскажи папе стих, как ты сегодня в садике рассказывал. Нет, так. Не могу. Не можешь? Нет. Конечно, шептал себе под нос, слышишь? Я кровь на ветке. Да, открыла. Как открыла? Что, вам помочь? Посмотри, а что еще мать сделала. Ой, что? Вот, разбила. Ну, разбитые. Не мать, не разбитые. Давай, вешать. Давай мне, подавай. Я папе не подавать ничего. Папе и мне. Да не пойдет. Вот смотри, как они вылазили. Ну это не связано, чтобы удобнее вешать. Ну, хорошо держится же, да? Так, а я тут слишком полезно. Давай, Серёж, мне тоже. А это я пойду выкину. Кого? Там разбитые. Ты успеешь выкинуть? Посмотри, а там осколки. Угу, от шариков. Выкидывай. Я пакетик тоже выкину. Выкидывай. Так. Я тут лучше могу. Ты сама себе подобрала. О, кто ловят, будет вешать. Кто ее наверх не застоял. Да. О, сразу такая красивая становится, да, Серёж? Да. Да? А еще вот эти современные пластмассовые тоже так классно смотрятся. Такие блестючие они. Ха-ха-ха-ха. Мам, дай же пластмассовый блестючий. Давай. Я еще засел. Так вот. О. А это этот обогреватель, да? Ну, наверх. Надо. Папа, смотри, разбитый. У него даже крючок есть. Ну, с крючком удобнее вешать. Да, я не люблю. Чека, мясо видел, очки не люблю. Тихонечко. Вешай. Куда? Куда хочешь. Крючком оно везде повесится. Отогнешь крючок, потом согнешь. Зацепишь нормально. Не могу. А что ты боишься? Вот смотри, вот так вот делаешь. И так цепляешь, так раз. Теперь я. Ну все, уже прицепился, сынок. Да еще такой найду. Иди, найди еще такой, еще повесишь. Еще такой же найдешь. Вот. Давай. А ты можешь даже не залазить, а вот куда, вот здесь вот на эту веточку повесить. Вот, во, молодец. Во, видишь, как хорошо. А еще один повешу. Еще один повесишь? Да. Повесь еще один. Я на ступеньках. Может отодвинуть табуретку, чтобы слазить удобнее было? А это хорошо держится? Нет, не знаю, очень хорошо держится. Мам, да. Подвинь табуретку. Подвинь себе сам. Могу. Я папе вот это дам. Большой. Это я его держу. Да, наверх еще. Давай мы будем папе подавать, а он пусть вешает. Он лучше повесит, чем я и ты. А, на тебе сынок с крючком. Пусть вешает. Мам, у меня есть с крючком. На тебе. А давай еще. Тогда будем еще. Давай этот, нет. Потом тот повесишь. И этот потом тот повесишь. Зажимай теперь. Да. Видите, я зажму. Вот так вот. Повесь мне руку. Моё крючко открыто. Ах, ёлки, запахла рука. Прикиньте. А у меня нет, у меня болит.
А вот еще. Снасть с крючком. А, такой крючок ты, наверное, не будет. Да нет, он же разбит, папа сказал. Так, значит, его в мусорку. Ты сказал его не одевать. Значит, его в мусорку разбит. Разбитый?